Приветствую всех. Ну, сегодня пойдет не автомобильная тематика, а о машинке поговорим. На столе бардак, приезжали на замену на Peugeot 308 рулевой рейки. Рейку поменял. И вчера было обнаружено, что машинка не хочет отжимать. Ну, просто после проделанных манипуляций выяснилось даже, что не то, что не хочет отжимать, перестала отжимать, она перестала крутиться. Посмотрел, в чем причина, по интернету полазил, ну и пришел к выводу, что надо снимать двигатель и смотреть щетки. Так и есть, вытащил щетки, щеток здесь нет, все сгорело. Сейчас уже взял наждачку, почищу, продул сначала двигатель, почищу наждачкой мелкой сам ротор, токосъемник, и буду собирать. В общем, и машинка Samsung, машинки Samsung 8 лет, и через 8 лет вот появилась неприятность, стерлись щетки. До этого также залазил, но это второй раз уже в нее залез, и первый раз залазил гидроупоры. Ну как не гидроупоры, а амортизаторы менял. Так что через 8 лет в таком вот состоянии, пыли много было. Отчеток графитовой пыли. Ну, сейчас соберу и думаю, все будет нормально. Двигатель был установлен на место, держится на двух болтах. Надел ремень. Ремень сначала надевается на двигатель, потом уже на сам шкив большой барабана. Ну и сейчас пробовать, запустится или нет. Ну все, все получилось, все заработало. Сейчас поставить крышку на место и все на этом.